Ой, что происходит? Где я? Почему я не в домике? А, я забыл, я же из него выпал днем. Так, стоп. Ты до сих пор смотришь это видео без подписки? Это как так? Ты смотришь «Секреты хомячьей жизни» и не подписываешься? Непорядок. Другое дело, продолжаем. Ну, первое, что я делаю с утра, точнее с вечера, но для нас это утро, я залажу на домик и начинаю осматриваться. А также, ну, конечно же, грызть клетку. Какой нормальный хомяк в наше время не грызет клетку? Я люблю это делать очень громко. Но не заниматься же мне одним грызением клетки. Поэтому я бегаю в колесе, но пока не хочу. Тут я могу покушать. А почему это у меня еды нету? Так, надо как-то придумать, подозвать сюда хозяйку. Хозяйка, я есть хочу, хозяйка, пожалуйста, я есть хочу. Хозяйка, ну блин, а... Ой, ладно, спрыгну с домика и посмотрю, что мне делать. О, колесо. Все. И смотрите, что это за пятно, это телевизор отражается от моей клетки. Хозяйка, ура, я буду кушать. Да, конечно, слезу на твою ручку, ура. В доме моей хозяйки все такое огромное, нету колеса, одни только квадратные прямоугольные штучки, видимо, это и в домике. А где у моей хозяйки поилка, кормушка? Видимо, хозяйка моей хозяйки слишком жестокая, чтобы содержать хозяйку. А в целом, моя доме прикольно. У него все такое классное, большое. Правда, она меня иногда ловит. Мы хомячки слеповатые, и высоты особо не чувствуем. Но через пару минут я начинаю подумывать о еде, потому что гулять это, конечно, хорошо, даже замечательно. Но кушать-то никто не отменял. Поэтому, хозяйка, я хочу кушать, неси меня в мою любимую родную клеточку. Опачки. Стоп, хозяйка, нет, я понимаю, что клетка это хорошо, но где моя еда? Нет, ты еду забыла, куда ты пошла? Еду! Ну вот, хозяйка ушла в убежище, в другую часть дома. Я теперь сижу у мисочки и жду. Еду хочу. О, еда. А что ты так, сыпешь там мимо? Ладно, я и так поем. Еда. Так, я пока лапки помою, лапки мыть. Ой, да при чем тут лапки мыть? Сразу принимусь за еду, все-таки. Просто не то. Кукуруза, овес. О, тут уже что-нибудь повкуснее. Так скучно. А кто тут у меня такой хороший? Кто у меня такой сладенький? Уйди. Ну ладно, пока я пошла. Удачки тебе. Удачки тебе. В клетке. Ну ладно, пока. Ого, вот это джекпот. Клетка не закрыта. Сейчас мы аккуратненько тут вылезем, пролезем. Как классно и весело. Ах, моя голова. Как назло, никого дома нету. Я даже в клетку не могу забраться. Ну ладно, я же вроде бы сильный хомячок. И не должен ничего бояться. Вот она, моя клеточка. Так, все, я мужик, я справлюсь. Так, я, значит, спрыгнул с комода, а это значит, что я в квартире в доме у моей хозяйки. Но все-таки нужно поискать поилку, а то как-то со стороны хозяйки моей хозяйки это звучит как-то жестоко. Как же моя хозяйка без поилки обходится? А без колеса? Ужас. Надо ей дать своим попользоваться, а то совсем разжиреет. Да ладно, моя хозяйка очень стройная хомячиха. Так, нужно поисследовать этот дом, он очень интересный. Ого, а где это я оказался? Как здесь классно. И манящая темнота, стихия хомячков. Нет, а вдруг они там съедят? Да какая разница? Темнотушечка!